25 октября церковь празднует память святителя Мартина Турского. Святитель Мартин Милостивый, епископ Турский, родился и жил в IV веке. Родители будущего святителя были язычниками и хотели, чтобы он посвятил себя военной службе. Но уже будучи взрослым, святой Мартин познакомился с христианами и проникся их образом жизни и верой. До него дошли слухи о подвигах преподобного Антония Великого, подвязавшегося в египетской пустыне. Готовясь принять крещение, будущий святой совершал дела милосердия, помогал бедным и нуждающимся. За это он впоследствии получил прозвище «Милостивый». Окончив службу в армии, он принял крещение и решил жить в уединенном месте близ Пуатье во Франции. Но вскоре жители соседнего города Тура, знавшие о благочестии святого Мартина, избрали его епископом города. Сам святой Мартин был вдохновлен подвигами египетских монахов, поэтому основал несколько монастырей, введя в них строгий египетский устав. И сам он прославился личной аскезой и духовными подвигами. Его имя стало известным по всем западным областям. Святому Мартину было посвящено впоследствии множество храмов. Наверное, не было такого христианина, кто не знал бы имя святителя Мартина Турского. Святой Мартин был еще и пламенным проповедником христианской веры, своим примером обратив ко Христу множество язычников.